Ну, какой-то день опишите, любой день. Как вот вы встаете, что вы кушаете, во что одеваетесь, как идёте Одежда, работать. Одежда у нас всегда одна и та же. Носишь, пока износишь. А еда одна и та же. Брюква. Знаете брюкву? Конечно. Так вот брюква, натерта на терку, сваренная. Нема там ничего, ни соли, ни жиру. И вот такая вот толщина, ну, сантиметров 3, наверное, чи 4, не помню. Скибочка хлеба. А по воскресеньям нам давали уже диетический обед. Нечищенная картошка и все. Но только если получишь хорошую, как говорят, попросту не червивую, так все ладно. А то почистишь и есть и нечего.